Итак, меня зовут Михаил Пайкин, и я создатель теории ФПУ. Вход в поток уникальности. Дело в том, что каждый из нас уникален, и мы можем жить не своей жизнью. Только в том случае, если мы не признаем эту уникальность, бежим от нее, не даем этой уникальности проявиться. Есть много факторов, по которым мы не проявляем свою уникальность. Например, мы не верим, что Вселенная нас поддержит, что любовь Вселенной безгранична. И единственное, чего Вселенная хочет, это чтобы мы были счастливы, и она готова всеми силами поддержать проявление нашей уникальности. Если мы не верим в любовь Вселенной, то мы не проявляем свою уникальность и не живем так, как хотим, мы ненавидим себя, а потом передаем эту ненависть своим детям. Вторая причина, по которой мы можем не проявлять свою уникальность, это страх чужого мнения, страх проявиться. Поэтому первое упражнение ФПУ, входа в поток уникальности, это вести себя странно, глупо, по-дурацки, идиотско. Сейчас я буду произносить разные нечленораздельные звуки и играть разные нечленораздельные мелодии. Делайте это до тех пор, пока вы не выплеснете из себя все бешенство и не польется какой-то гармоничный поток. Это было ФПУ. Войди в поток твоей уникальности.